Если бы Российская империя продолжала существовать, она, как Российская империя и была, она была бы открытым государством. Да, то есть он, например, в Российскую империю приписал Джон Хьюз в какой-то момент и основал там Донецк, ну и так далее. Такого было много. То есть предприимчивый человек откуда угодно мог приставать в Российскую империю и делать, что захочет. Любое предприятие заебенить себе. Иностранцев там любили как раз-таки. Ну и поэтому, если бы Российская империя продолжала существовать или превратилась бы в Российскую республику или еще что-то в этом роде, туда бы, соответственно, понаехало бы европейцев авантюристской такой направленности. И как раз-таки произошла бы европеизация и русских, и России, и вообще всего на свете. Я это так вижу, по крайней мере. Потому что все предпосылки для этого были. Ну и, соответственно, вот там, где нет большевика, там как бы нету и черносотенца вообще. Просто места там нету. Оно все нахуй пошло бы. Была бы нормальная развивающаяся страна. Какие-то территории, может быть, отвалились бы, какие-то просто автономии больше получили бы. Так что вот. Если бы большевики не пришли бы к власти, некому было бы ликвидировать УНР. Просто, понимаешь, в чем дело? Я думаю, что Российская империя, она со временем просто растворилась бы, как и Британская империя. То есть и ко второй половине 20 века уже, по сути дела, была бы плюс-минус богатая Москва, которая просто послала бы нахер все колонии, живите сами как хотите, и как бы и все. Ну, просто как бы лишний вес, нахуй он нужен. Но как бы все было просрано благополучно. Это просто исторические травмы у Русни так и не были проработаны. У англичан были, что характерно. Англичане с этим даже перестарались, я считаю. А Русня даже не начинала. Вот что-что, так это вот брать ответственность за свои действия, да, они да, вот тут они да, действительно даже не начинали. Просто поразительно инфантилизованный народец. Российская империя больше похожа на Османскую империю. Российская была более открыта все-таки. Я надеюсь, что если бы она существовала в 20 веке, продолжала бы ебошить, то она стала бы более открытой со временем, а не закрылась бы как совок. По крайней мере, я это так вижу. Но, к сожалению, все было проебано.